Приветики, друзья мои. Вот. Осталось вот такой кусочек доделать. Вот. Короче, так вот. Сейчас будем доделывать. Вот, короче, будем сейчас делать, доделывать. Эти вот пятерочки. Вообще-то это тут на минут 30, может быть побольше, не знаю. Но я буду показывать частями, маленькими такими, то есть вот, чтобы вы не уставали уж. Сейчас уже поздно, конечно. Я, конечно, хотел трансляцию сделать, но... Как говорится, Бог хоть и не дал. Так вот. Каждый символ. Как хотел рамочку купить, но, блин, уже разобрали. Я вот этой картины. Слой липкий. Продолжаем нашу историю, друзья. Остается у нас вот Маринка. Сейчас вот еще будем делать. Потихоньку, потихоньку. И мы закончим эту картину. Там у меня еще ласточки на гнездо есть. Там посмотрим, что будем доделывать и делать. Кстати, у меня есть лисята. Лиса и лисята, которые надо тоже доделать. Круглые стразики там. И розы еще есть. Ничего, посмотрим. Блин, рамочку вот зря не купил.
А так бы, конечно, с рамочкой круто было бы. Ну вот, друзья мои, сейчас мы будем финал делать. Вот они у нас осталось немножечко. Раз. Два. Три. Четыре. Сейчас будет все готово. Пять. И шесть. Все. Все. Картина, друзья мои, готова. Сейчас я вам покажу, какая получилась. Вот она, картина. Супер. Супер-пупер. Вот. Сейчас покажу. Видите, какая картина получилась. Красота, друзья, да? Красота, красота. Вот она, красивая картина. Очень. Ну вот, готова наша картина. Моя, то есть. Хрен Черное море. Она будет теперь у меня. Такая красивая. Такая хорошая. И копия. Ой, просто супер. Супер-пупер. Все. Всем спасибо, кто смотрел мое видео. Всем пока. Вот, друзья мои, вот такая картина получилась. Как вам? Красота в рамочке. Правда, это не ее рамочка, а для нее я буду покупать рамочку. Вот, 40 на 50. Очень такая красивая. Все, всем пока. Кто следил за процессом, всем спасибо. Ставьте лайки. Все, всем пока.